Водители и гаишники, студенты и их преподаватели, бизнесмены и госслужащие. Пока эти люди пытались найти общий язык, вся планета успела отметить День борьбы против коррупции. Ну и звездный мир не исключение. Любимчики миллионов со своими курьезными случаями покаялись перед нашим объективом. Представляете, я один раз везла маму на рынок, очень сильно торопилась. И встала прямо перед знаком «Остановка, стоянка запрещена». Как я его не увидела вообще? Человек, прежде чем эвакуировать меня, потому что подъехал эвакуатор, он позвонил, я помчалась. Ну, честно говоря, я ему предложила. Я говорю, слушайте, ну, виновата, каюсь. Ну, я немного заплатила, 2000, что ли, сейчас не помню. Ай-яй-яй, Диана. Ну, что же, будем считать, что это было чистосердечное. Но и это еще не последнее серьезное заявление. Я давала взятку, когда вот-вот должна была вылететь с университета за плохую учебу. Я плохо училась, и мне пришлось, к сожалению, дать. Ну, я не буду говорить, в каком универе я училась. Ну, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Но оказалось, среди артистов есть и те, кто всегда был прилежным студентом. Я был в университете, я был старостой группы. И когда я в первый раз столкнулся со взяткой, это когда один преподаватель, не буду говорить, в каком вузе я учился, говорит, Шарип, а вас я попрошу остаться. Я остался, и она сказала... Вы знаете, вы не зайдете в сессию, ни вы, ни вся ваша группа. Я такой стою, почему так? Потому что надо позолотить ладошку. И я такой не понимал, стоял так, а что, как, зачем, почему? Мы уверены в себе, мы уверены в своих силах. Ай да молодец, вот девчонки, а вы говорите, не осталось больше честных и порядочных. Не там ищите. Вот, например, в казахстанский мир моды не пробовали заглядывать? Коррупция и вот все вот эти... Последствия от коррупции – это бич нашего современного общества. И поэтому очень здорово, что мы это проговариваем и, может быть, хотя бы один день в году боремся с этим. Еще как боремся. Всей эстрадой держим кулачки и искореняем этот бич из нашей жизни.